Так, ну вроде запись пошла нормально. Все, до этого была передняя камера включена. Все, есть. Так, тут сразу на входе вообще какая-то мега помойка. Двери раздолблены, видно были двери металлические, их уже сняли. Тут валяется боксерская перчатка, кстати, старая какая-то, нереальная. Старая. Кто-то тут боксировал. Ладно, по предварительной информации, здесь еще раньше жили узбеки в здании. Ну и охраняли тут что-то. Все раздолблено. Мусор какой-то. Ну тут еще есть как бы остатки СССР. Вот плиточка видно, мехлавская, выложена. Кстати, ровно. Что-то в здании холодно, холоднее, чем на улице. Тут вот кто-то во что-то играл. Больница 11. Проводку вырывали. Почему-то вентиляция осталась. Регистрат. В здании холодновато, конечно. Так. Стены кто-то долбил тут. Бумаги валяются. Горбенко Елена Викторовна. Дата рождения 81 год. Все, эти медицинские бумаги валяются. Страховой медицинский полис. Работает. Не знаю, все эти данные валяются, как бы без проблем. Куча бумаг каких-то тут. Ну, а если захотите, покрутите помещение. Трубы вот остались. Тут, походу, здание бесподвальное. Лоток вот есть специально под прокладку, трассировку труб. Ну, с той стороны, я так понимаю, тоже идет вон там лоточек. Батареи все поснимали уже. Ничего не осталось. Ну, тут, соответственно, кто-то активно ходит в туалет. Все засрато, жутко. О, тут, короче, кореш у нас. Видите, да? Голубь сидит. Бесстрашный. Чувак, ты что тут засел? А? Может, умирает? Есть такая тема голубей. Когда умирают, они прячутся. Ладно, пойдем дальше, пусть отдыхает. Кто-то ходит сюда, активно срет. Воняет, пипец. Тут вот куча просто бумаг этих валяется, я в шоке. Тут всякие данные. Ну-ка еще посмотрим, что тут у нас есть. Так, это что у нас тут? Ермолина Ольга Александровна, 73-й год. Вот она, красавица наша. Ну-ка. Ермолина Ольга Александровна. Копии паспортов тут. Подписи, все есть. Можно, короче, прийти набрать. Кто хочет в депутаты баллотироваться. Порядка 500 подписей, я думаю, тут на все здание можно найти. Копии паспортов все валяется. Реально. Кто-то тут что-то кушал или мусор просто выкинул. Так, УЗИ, все облазит, вообще жесть. Ну, ничего интересного тут нету пока. Вид, конечно, жутковатый, 21 век. Ух ты, ёпта, туда стекло. Надеюсь, тут трупешника мы не найдем. Тапочки какие-то.
провода, тут щитовая была, судя по всему, уже провода все пообрубали. Таблички нету. Да уж, шторки висят. Чё почём. Просто мусор уже остался. Какие-то жуткие картины. Тут надо это. Нету, короче, у нас нормальных правителей. Здание, насколько я знаю, оно в муниципальной собственности. Краны тут, трубы какая-то, трассировочка. Что-то не поймешь. Одно в другое переходит. Походу, ну, типа трасса. Трубы еще частично как бы на месте. Металл тут есть постройки. Почему-то мародеры не поворовали все. Вообще какая-то жуть просто, я вам говорю. Просто жуть. О, тут еще плитка осталась местами. А, это думал дверь, это перегородка. Так. Обошли. Ну, ничего тут нету интересного. Но что-то холодно. Зря футболку одел. Ладно, пойдем дальше. О, а тут двери металлические, я так понимаю, остались. Что-то еще не все повыдирали. Еще трубы местами висят. Да уж. Когда-то здесь рожали детей. Делали УЗИ. Короче, конвейер работал. Так. Я тут, конечно, предварительно прошелся, посмотрел, что почем. Сейчас мы тут выйдем отсюда. Оп. Так, какая-то кладовка. Блин, от капельниц валяются остатки. Такие, да, клизменные шланги. Жутковатая картина. Ленты от чеков. А вот и сама грелочка. Которую клизму делают. О, бронзовые краны, нифига себе. Что-то реально тут эти мародеры. Не бывают, что ли, или что? Странно. Обычно весь металл отрывают. Упаковка от этих шприцов а-ля СССР. Стеклянная раньше. Так, вот тут куча всякого хлама медицинского. Так. Ладно, сюда выходим, чтобы на голову ничего не упало. А, вентиляция была закрыта таким вот решеткой деревянной. Так, ты что, у нас лесарка? Да, свет мы не включим. О, валик лежит. Вот это жуть, конечно. Подсумки от противогазов. Кто-то тут лазил, все пробивал их тихо. Это что-то тоже было. Плитка какая-то, целая куча. Да уж. Холодно и мерзко. Был пожар, короче. Опять куча бумаг каких-то. Блин, жуть какая-то. Тут может труп где-то лежать. Просто палево. Тут кто-то поджегся. Вообще жуть. Просто жуть. Металл еще частично остался. Вентиляция на улицу, что ли, выходит? Пойми. На стену. Все. Как-то все сделано. Так, главное, кучу не наступить. Посмотрите, тут на потолок это просто жесть. Куски для фильмов ужасов. Ух ты, я прям
Плитка осталась, кстати, еще со времен СССР. Блин, видели, эта дверь была открыта, ё-моё. Короче, тут сквозняк конский, дверь открывает и закрывает. Предродовая написано, номер один. Ой, блин. О! Какие-то жуткие двери. Живут сами по себе. Вообще жесть. Так, а тут что у нас? Они еще и скрипят, пипец, короче. Тут лифт. Наверху вон там лифт у нас. Даже в лифтовой окошке зачем-то сделали. Интересненько. Ну и опять куча металла. Почему-то никто не дербанит. Подозрительно. Так, ну-ка сюда зайдем. Просто апокалипсис какой-то. Это окна все расхерачил, валяются. Краги сварные. Так, тут что, тут такое помещение неплохое, в принципе. Ладно, уходим отсюда. Ой. Блин, что-то скрипит там. Шуршит. Крыса, что ли? Пипец. Жуть какая-то. О, нифига, здесь, короче, эксклюзивная плитка мозаичная. Во времена СССР еще делали. Кстати, пол такой, ну, ровный очень, довольно-таки. Я вам скажу. Если помыть, мне кажется, тут бы выглядело бы все классно. Если бы не этот потолок. Ва, жутко тут. Все раздолблено. Какие-то провода на потолке остались. И нет окна. Ну и, соответственно, этот гигантский дом, который все строят, достроить не могут. Строят, строят. Ладно, хрен с ним с домом. Блин, дверь это скрипит. Жуть какая. Тут опилил, тут дербанил. Металлом загнул, что-то разбирали. Ну-ка, что там? Какие-то мешки. Жесть. Просто жесть. Кто-то тут буянил, будь здоров. Ну а тут у нас скала чисто. Так, ну-ка назад. Чё здание это, колонн стоит? Хорошее здание, здорово, в центре города. Странно. Нахрен никому не нужен. Так, здесь мы были. Темно. Чё тут это? Можно фильм ужасов снять в Владивостоке. Ёпта, да я как бы ложусь. Ну-ка, включим воду сейчас. Ни хрена не поворачивай. Тут, походу, нет воды, я чувствую. Проверить хотел. Кран уже закис конкретно. Это был именно туалет для персонала. Интересно, слышали? Сколько лет он все работает, все покрашено уже, все равно функционирует. Так, зайдем сюда. Тут я пытался трубу вырвать, курочил этот, отломали трубу. Кто-то насрал, сука, что ли, воняет, пипец. Ну так как мы находимся на совке, тут уже вот с какого-то, это второй этаж получается. Тут уже какой-никакой есть вид. Полы, поднимемся выше, посмотрим, что там будет.
пакет, стеклопакет. Так, опять металл валяется. Матрас ночевал, что ли? Металла целая куча, не знаю, где металлисты наши обычно. О, нифига, здесь плитка гранитная лежит на полу. Белый гранит, вообще шикардос. Вообще просто офигеть. Фу, воняет говно просто на все здание, честное слово. Какие-то релиум, Польша, диазепам, что такое, хрен просы. Какие-то таблетки непонятные. Гранит лежит на полу, я в шоке вообще, уже такого не делают нигде. Потом разные фракции, какие-то разные кусочки. Так, вот это вот здание, оно тоже принадлежит, получается, роддому, как пристройка. Ладно, мы туда пройдемся, глянем попозже, сейчас мы тут обойдемся. Реально гранит лежит на полу, это он хороший гранит такой, путевый. Можно будет, если у кого-то есть VR-очки, можно полазить будет в этих очках здесь по зданию. Мне кажется, ну прикольно получится. 360 как бы камера будет, это выглядит неплохо. Раньше здесь дети рождались. Так, а тут еще какие-то гвозди. Тут вторая лестница. Походу по нормам должно быть. Две лестницы. Жутко, пипец. Лифтовая шахта тут. Может, кухня была внизу. Она тут перила все повыдирали. Нахрен. Деревянные были. Блин, жесть вообще. Печеньки жрал. Какие-то надписи. Биохимия крови. Пункция 02. Тут опять про дезрастворы. Внимание, берем один спецпредмет на команду, сохраняем, и вам пригодится в дальнейшем. Ну да, действительно, кто-то что-то играл. Ни одной батареи не осталось. И тумбочка такая. Прикольно. Блин. Жуть какая сейчас. Открою, что там кто-то есть. Ух. Мышечная. Кожная. Шприцы, что ли? Блин, выходишь, тут нормально, прозрачно, там, блин, лазерная терапия, в ней анатология. Кто-то тут залупы нарисовал, мы вообще художники, ёптэдэй. Так, вот мы выше поднимаемся, уже начинает город быть видно. Тошнота 75. Окклюзия. Ёб туда дверь захлопнуть. Да, не очень, конечно, хорошее место, чтобы проводить время. Детское отделение. Ага, тут, значит, детишки были. Опять эту трубу пытался вырвать. Металл из этих труб-то, ёптуды. Мне кажется, кронштейн под батарею больше лезет. Так, вот тут, понимаю, тут дети были. Знаете, здесь запах лекарств до сих пор стоит. Да, прям есть такое все. Пропиталось стены, походу, все. Просто запах лекарств. Да ёпта, да опять дверь хлопнула. Ух.
жутковато. Молочная. А, тут, походу, было питание для детишек. Надо было это на шапку одеть, короче, вот так, камеру, и ходить. Что тут у нас? Список запрещенных для передачи продуктов. Блин, беляши с мясом запретили, ни хрена себе. Основание, свод правил. Да уж. Просто вообще разруха. Короче, бутылечки валяются, мензурки всякие разбиты. Это чипсы пожрал. 23 минуты уже, охренеть. Еще, блин, половина даже не пошла. Так, вот пристройка. Крыша там ушатанная, пипец. Ну, что-то похоже, что там кто-то есть. Кто-то ухаживает, что-то делает. Ну, и тут церковь, соответственно, под боком. Куда же без нее? Строится новый дом, умирает роддом и церковь под окном. Вообще, блин, классика. Квач. Реально квач. Вот, квач снизу валяется. И так, это, понятно, туалет верхний. Там что-то все разбито, жуть. Кто-то тут чипсов нажирал. Я знаю сколько. О, табель учета времени. Вот так. Буквенный код цифровой. Временная нетрудоспособность, служебная командировка. Здесь, походу, сидел. Сука, дверь была хлопнула. Какой-то заведующий. Хлопнула дверь, сразу надпись «Шок 105». Шило в попе. Туалет. Писали не через трафарет, а вручную, прям аккуратненько так. Щиток раздолбили. Но тем не менее тут еще мародерам есть чем поживиться. Так, тут пол деревянный. Опять остатки было роскоши. Ну и все, больше ничего нет интересного. Так, ну побыстрее сюда пойдем. О, радио осталось. Охренеть не встать. Прикольно. Так, что тут у нас? Короче, просто, блин, двери сами закрываются от сквозняка, это, конечно, пипец, я вам скажу, ребята, жутковатое ощущение. Тут опять вот видно плиточка на полу со времен СССР осталась. Блин, кто ступени долбил? Все ступени раздолблены просто, каждую подкоцали, хотя есть целые чуть-чуть. Зачем это сделали? Дверь со столовой, перекрыли шахту лифта, чтобы никто не упал. Так, ну что-то я выше поднялся, стало, ну, потеплее. Запор 18. Походу, какая-то игра, нужно все слова по порядку найти на время. Блин, когда ты же это все работал, как это все похоронилось, интересно. Вот, вы знаете, как это похоронили. Кто-то уже граффити тут нахерачил. Цветок и Настя написано.
Температура 38. Вот такой уже видончик. Отсюда вон мост. Идем дальше. Так, этот этаж мы обошли. Вот просто видите, все ступеньки расхерачены. Вот раз целое, два целое, все, и верхнее. Кто их долбил, интересно, зачем? Не могу понять. Притом почти все раздолблены, по чуть-чуть, но раздолблены, чтобы не поуворовали, что ли, что. Прям долбили конкретно их. Сколько не хватает. Хрена тут сколько этажей. Короче, везде разруха. О, лифт нашли. Опять вот туда. Драл. Отрывал все. Кто-то пытался его разобрать, но тут все деревянное. Только каркас металлический. Ну, кажется, пройдет время, его разберут. Так. Как-то, знаете, это все равно раздолбан, но более-менее все аккуратненько сохранилось. Еще пока. Если провести реконструкцию здания, если, кстати, вот тут валяется внизу, если камеру крутануть, остатки от капельницы, какие-то ватки, марли кровавые, при этом реально кровавая марля, банка на окне стоит, о, тут и ящик запихал в окно, вот это прикол. Так. Китайская эмаль идет, ну, цитаты они такие, привет, чувак, выхода нет, написано, ну да, конечно, здание умерло, откуда тут будет выход, ну, немножко у меня, конечно, пукан сжимается, я скажу, жутко здесь очень, все, какое-то серое, грибком каким-то покрылось тут стены. Все это умерло. Лотос 52, черемуха 32. Какие-то слова. Кто-то еще когда-то пытался тут что-то стены ремонтировать, походу уже под самый конец. О! Георгий, тюльпан, фиалка, лаванда, ромашка, багульник, сирень, дуванич, гвоздика. Целая куча код. Наборы слов. Так, стопы. Оп. Целая куча наборы слов. Блин, это пипец, все умерло вообще. Так, мертвое. Все, что не убито, то мертвое. Кто-то курил, кстати, гондон. Эта бумажка от презервативов тут валяется. Ого, кто-то щит туда прям дерьманил. Ой, далекая надпись тут внизу валяется. Блин, жуть вообще. Просто жуть. Какие-то вещи. Похоже, кто-то спал. Притом реально кто-то поспал, съел варенец и что-то сожрал. Ну прям есть такое. Кто-то тут ночевал. В принципе, тут может любой ночевать, кто захочет. Без всяких проблем. Так что тут все открыто стоит. В одно время узбеки охраняли. Жуть. Просто жуть. Ничего, короче, нету тут интересного. Даже полы кто-то пытался лохматить. Ну, балкон и балкон. Опять же, металл пока на месте. Почему? Что-то светильники, что-то металла столько, я смотрю, туда металлисты не дорабатывают.
Так, ну-ка теперь уже отсюда посмотрим, какой вид. О, отсюда, конечно, шикардос вообще. Сейчас еще выше поднимемся. Так, уже 32 минуты на Тихого. Надо немножко пошустрее ходить. Так, что тут у нас? Ага. Фу, это говно воняет. Что за срали нахрен? Фу, пипец какой-то. Какие-то формы. Все жуть. Кто тут обосрался? О, еще один. Два головы среди. Чуваки, вы что тут лазите? Пипец. Вы еще, сука, молчат. А, кстати, тут ступени целые. Тут и целые ступени. Почему? Зачем там долбить, не поймешь. Надо когда-то лифтом все управлял. Колом, такое здание, колом просто стоит. Ну-ка посмотрим. Какая дата у газеты? Изюминка, декабрь 2004. Да, давненько это было. Вот, что за фигня? Декабрь 2004, 13 лет назад. Вот херня. Вот тут, а тут горело. Просто все уничтожили. Какое-то время, может, тут, кстати, было интересно еще, когда целое было все. Тут все горело, жутко просто. Кто-то тумбочку открыл, решил что-то там найти. Ометры. Что за ометры, не понимаю. Ладно. Так, вот крыша этого здания. Кто-то просто пленок настелил, всяких досок и кирпичей. Вот так это все стоит. Окна какие-то валяются. Инструкция по использованию дезраствора. Жуть. Просто жуть. Так, у нас сверху крыша, ну-ка отсюда посмотрим. Вот такой бидон сверху. Все засыпано. Несколько слоев линолеум. Линолеум, кстати, уже крошится, пипец. Еще несколько пройдет лет. И линолеум будет пипец. О, тут даже, кстати, лампочки целые остались на потолке. Интересно, горят ли они или нет. Удивительно. Какие-то шуршания тут в здании. Жутковато, конечно, здесь. Очень.
площадей, блин, там целая куча. Здание такое, можно, ну, многофункциональное на самом деле. Здесь просто куча комнат, не знаю, что он все комната стоит. Просто умерло нахрен, и все. Кстати, здесь, похоже, кто-то жил. Тут тумбочки, кресла. Пожар произошел тут. Ну, тут узбеки охраняли одно время. Вот зеркало тут было. Узбеки охраняли, может, они подожгли. Я знаю, тут как-то жили они. Деревянный настил. Что они тут охраняли, что не охраняли. Вот цирк у нас тут достраивают сейчас. Чуть-чуть осталось. Цирковушка. Так, это был щит, наверное, управление лифта. Хай Нига написано. Получается. О, утка. Какая-то жуть вообще тут, просто жуть. Кстати, наверх поднялись. Более-менее прилично, кстати, наверху. Как-то почище уже, получше. Ку-ку, ёпта. Колесики на тумбочке целые, то не разбивал. Какие-то сапоги лежат. Притом лет уже не знаю сколько. Алюминий на них окислился. Ну, кстати, сапоги-то еще не ношеные, 40-й размер. А молнию кто-то выпорол. Интересно. Так, там был. Там был. Блин, конечно, картина, скажу вам, пипец. Какие-то бутылки, тряпки, ветки. Блин, ступени все раздолбили. Не рисовать. Оба сосите. Кто-то раздолбил просто все ступени зачем-то. Я вот это вообще не понимаю. Каждая ступень раздолбила. Притом вот видно, что здесь удар был нанесен чем-то таким хорошим. Ступени-то, извините меня, гранитные, на бетон ложили когда-то давно. Такие путевые ступени. Короче, по каждой ступени был удар нанесен. Так, а то мы на крышу уже пришли. А его кто-то лежит здесь. Ага. О, ну. Ага, лифтовая. Какие-то провода еще целые остались. Походу алюминий, поэтому не бы выбирали проводку. Да, алюминий. Тут, короче, лифтовая, походу, была. Мотор стоял или что? Ага, окошко еще. Кстати, целые стекла. Ну, крыша, кстати, скажу, довольно-таки хорошо сохранилась. Голуби на меня смотрят в шоке. А, я понял, откуда те настилы. Это с кровли настилы, тут что-то было собрано. Кто-то их таскал туда-сюда. Что-то здесь куча перьев. Лежит. Непонятно зачем, почему.
Голуби умирают, вон я вижу. Яйца, кости. Или съел этих голубей. Все, не уркай нах. Урка. Кстати, опять трубы целые. Вентиляция. Писюны нарисованы. Короче, вот такая вот картина заброшенная. Роддом. У нас тут в Владивостоке. Сейчас пойду попробую в пристройку в ту сходить. Посмотреть, что там. Открыто или нет. Может, туда получится зайти. Вилка на полу валяется, кстати. Что-то тут металлисты ничего не собирали совсем. Ну, не поймешь, то ли крысы тут, то ли, блин, голуби. Так, ну туда не буду залазить, вот так вот. Потому что вы увидите, вот мне это важно. Что тут все грязное, просто жуть. Ну, в принципе, все. Ничего, конечно, интересного мы особо не нашли. Понравилось видео, ставьте лайк. Ну, если не понравилось, то дизлайк. Ну и подписывайтесь на канал. Если есть возможность, то поделитесь с друзьями. Сейчас пойду на пристройку схожу. Если там есть куда зайти, то тоже поснимаю. Если нет, то это будет конец видео. Всем пока. Так, ну в чем суть? Попал все-таки в это здание. Во второго. На втором этаже сейчас нахожусь. Аккуратненько пройдемся пока во втором этажу. Короче, куча пакетов натянут. Специально, походу, чтобы не топило. Тут как-то более-менее все прилично. Но все-таки дырку я нашел. Уже стрюк. Черкаши кто-то в туалет ходит. Интересно. Так. Залез я через окно. Вот. Здесь как-то прилично, чем в той части. И вроде тут, слушайте, все целое. Самое интересное, какие-то следы жизни есть. Кто-то тут ходит туда-сюда, кто-то здесь бывает. Ага, канализация 150-я, что ли? Широкая рука. Так. Какая тема. Здесь куча всего целого. Ванна. Вау. Ванна жуткая, просто до купения. Какое-то оборудование еще осталось. Какие-то принтера, кулера. Не поймешь по-английски, какие-то ну, приборы еще. Все время он роддом. А, стоп, тут кухня была. Это у меня кухня. Тут готовили еду. А, значит, внизу кто-то есть, потому что здесь все стоит, чтобы не топило. Пакеты натянуты, вот вода стекает. Все сделано, чтобы внизу не топило. Это катка для рубки мяса. Кто-то, значит, от воды отгородился снизу. Так, все пакетами затянуто. Интересно. Так, пойдем сейчас спустимся вниз аккуратно. Потихоньку. Посмотрим, что там. Посмотрим, можем в этот дверь вылезти или выйти. Вот здесь какая-то дверь есть. Сейчас.
Куда? Только в эту часть. Получается, что за стенка, это уже другое помещение. Есть контакт. Главное не провалиться. А, тут никого нет, там просто кто-то оградился от воды. Я думал, там все объединено, там походу, короче, сам присел, посрал когда-то дома. Так, ну ничего интересного, у меня какая-то вентиляционная, что ли? Мертвые тумбочки, плесенью покрылись прям конкретно. Так, так, так. Главное тут не навернуться. Похоже, какие-то душевые были. Очень похоже. Какая-то бочка. Температура. 11 градусов показывает. Кажется, вот термометр уже окислился там. Так. Что-то вот это вот похоже, что ребенок тут находился или что тут, это, блин, не знаю. Какая-то хрень такая. Инкубатор для новорожденных. Ну вот это да, какие-то инкубатор. Опять. Душевая или что? Ладно. Так, и походу вот эта вот дверь. Красная. А, нет, там какой-то лифт, ёбаная. Жуть какая-то. Так, ну все получается. Чё-то больше ничего нет. Ого, это не душевая, ёпта, да. Это был холодильник для продуктов. Дверь какая конская. Да, 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 это был холодильник для продуктов. Тут готовили когда-то раньше, походу, для мамочек. Так, сейчас я фонарик выключу. Ага, есть. Ну что, ничего тут интересного нет особо, но кое-какая-то уже утварь осталась. Ну, как-то все выглядит поприличнее. Тоже тут какой-то идиот ступени ломал. Что тут такое, не знаю. А, тут, похоже, теплоузел какой-то у него. Заделали, все-таки тут отопление есть. Отопление есть. Ну тут как-то поприличнее все выглядит. Как-то все получше тут. Смотрите, вот плитка сдулась от влажности. Походу штукатурка разбухла, плитку выделила по-конски. Так, сейчас дверь идет. А, тут, сука, замок не вылезешь отсюда. Кто-то тут закупорился. Назад буду вылазить, как залазил. Ну, в принципе, все, что ж, все, что хотел, снял. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.